Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Пока я здесь, нужно осмотреть передатчик. Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия. Должно сработать. Сейчас испытаем. Так. Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие. Надгробие. Сколько же от него проблем? Толстая кожа плюс нулевая мораль. Все плохо. Надеюсь, торговля краденым – худшее из его занятий. Вот, та машина. Решили покататься? Черт, это Человек-паук! Вызывай подмогу! Меня ты так не возьмешь! О, господи, тут вся банда. Банда устранена. Посмотрим, что в грузовике. А, контейнеры для химикатов. Но чистые. Похоже, они с завода Алхимакс в Гарлеме. Но что в них было? И этот звук означает, что наш раунд завершен. Нужно зайти на Алхимакс и узнать, что было в этих бочках. Надгробие что-то задумал. Возможно, незаконное и точно опасное. Те из вас, кто не спал прошлой ночью, могли видеть перепады освещения на плоту. К сожалению, это не результат работы электрического стула. Нет. Судя по всему,
Кому-то там пришла в голову неплохая идея заставить преступника Электро платить за еду и ночлег и самому питать тюрьму электричеством для экономии городского бюджета. Однако выяснилось, что он ненавидит честную работу так же сильно, как любит убийство и грабеж. Так что они вернулись к городской сети. Именно поэтому, когда я одновременно включаю тостер и микроволновку, у меня все еще выбивает предохранитель. Это завод Алхимакс. Производство пыльцы, а значит, нужно больше работать. Заткнись и работай. Босс их подкупил. Если кто появится. Что это за сладких снов? Платит нам дантист. Что еще за дерьмо? Это что, паутина? Нет, он в отключке. Люди надгробия устранены. Посмотрим, что в бочках. Диокс-3? Это же химикат, который подействовал на надгробия. Зачем он ему теперь? Да! Вперед! Быстрее! Вряд ли это средство от астмы. Снова чуваки и наркота. Нужно научить их не поддаваться давлению со стороны. Thank you.
Эти ингаляторы и Диокс-3 связаны между собой. Проанализирую ингалятор, узнаю, в чем дело. Так, что тут у тебя? Диокс-3 плюс спецамфетамины. Неплохой рецепт для временной неуязвимости. Это впечатляет. И пугает. На эту штуку будет огромный спрос. А поставщик только один, надгробие. Можно сделать антидот. Интересно, есть ли в грузовике химикаты? Займемся высокой наукой. Вот, одна доза антидота. Ее нужно испытать. И снова звонок из тех, что участились в последнее время. Говорите! Мистер Джеймсон, я хочу извиниться. Мне казалось, вы паникер. Но что стало с нашим городом? Я боюсь выходить на улицу. Как и должно быть. Я принимаю ваши извинения. Я понимаю. Вас одурачили модные разговорчики о том, что все вокруг вас чудесно, волноваться нечем, живите в свое удовольствие, не задавайте вопросов. Я был единственным голосом разума. Но сегодня все больше людей начинают, как вы, понимать, где правда. Итак, друзья мои, мы вернем себе наш город. Пора вырубить надгробие. Злой драгдиллер пил один. Это практически поэзия. Тебе лучше знать. Литература — это не мое. Как тебе удалось выйти на Мартина Ли? Я же лучший в своем классе. Люди сами ко мне приходят. Знаешь, если мы объединим усилия, то всех порвем. О, как приятно. Но эксплуатация страдающих существ меня пугает. Нужно измотать его, потом применить антидот. Можно сутками бить надгробие, и он не почувствует. Подействует ли антидот? Братва, давайте! Помнишь наш последний танец? Колено зажило? Дождь болит, а так ничего. Спасибо, что спросил. Нельзя применять антидот. Сначала разберусь с бандой. Я прикончу! Как тебе новый товар? Я назвал его пыль. Это твой отдел маркетинга придумал. Я сам тебе отдел маркетинга. Разберусь с его людьми и пущу в ход антидот. Посоветовать хорошего дерматолога? Нет смысла. На кровь, если ты появишься.
антидот сработал. Пора его уложить. Чем ты меня накачал? Чувствую себя... Ну, как обычно. Нейтрализатор, все такое. Он истощен. Пора заканчивать. Ну что, твоя карьера драгдиллера уже в прошлом? Скажи. Ну да, пока. Но было весело. Я бы так не сказал. Не ждал. Ты не хочешь сбавить обороты теперь, когда ты стал смертным? Без шансов. Опасность усиливает удовольствие. Левый хук супер. Скорее бы матч-реванш. Нет уж. Ты мне нравишься. Ну, какой драматизм. Как быстро восстановится сила надгробия? Наверное, довольно скоро. Но ты молодец, Пит. Возьми с полки пирожок. Бедняги, живущие в канализации, уже слышали о безумной погоне с участием полиции, демонов и Человека-паука. И снова Человек-паук сделал сложную ситуацию невыносимой. И у нас на линии мыслящий слушатель, согласный со мной. Вы в эфире с Джеймсом и Джеймсоном. Да, мистер Джеймсон, я спешил на работу, а меня чуть не переехали. Да, Человек-паук спас жертву похищения. Рад за него, но меня могли убить. Вы не одиноки. В этом и проблема с этим маньяком в маске. Полиция может перекрыть улицы, проколоть преступникам шины специальными устройствами. Потому что они команда. А Человек-паук — это одиночка, которого заботит только одно — Человек-паук. А вы чуть не поплатились за это. Своей жизнью!